Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как в устройство OnePlus Nord CE вставить сим-карту. Для начала берем такой вот чудо-инструмент. Затем с его помощью сначала находим слот под сим-карту, потом с помощью инструмента его достаем, вставляем инструмент в дырку возле слота, слегка прижимаем, слот выскакивает. И сюда по форме вставляем туда, где у нас написано SIM-1, то есть вот сюда. И затем в том же виде обратно в телефон. Опа. И как видите, от меня сию же секунду запрашивают пин-код от сим-карты, что является подтверждением тому, что сим-карта читается. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.